Это считается самым сложным строительным проектом в мире, по мнению экспертов из разных стран. Это главная автомагистраль Западного Китая. Известная как китайская скоростная автомагистраль Якси протяженностью 204 километра, скоростная автомагистраль соединяет Еун с Сичонгом в провинции Сычуань. С инвестициями около 3 миллиардов долларов на ее строительство ушло 5 лет. Это невероятное шоссе проходит через горные районы, пересекает 12 сейсмических разломов, преодолевая суровые экологические, геологические и инженерные трудности. Именно поэтому он признан инфраструктурным проектом с самыми сложными природными условиями в мире. Скоростная автомагистраль в основном состоит из мостов и туннелей. Соотношение количества мостов и туннелей достигает 55%. Она поднимается на высоту 8 метров на каждый километр, за что ее прозвали скоростной дорогой в облаках. Участок длиной 51 километров даже называют дорогой дьявола из-за своей чрезвычайно большой высоты. Осмелились бы вы проехать по этой дороге?